Привет, друзья, привет, как говорится, с вами снова я, да, кто я, да. Ну вот, кто я? Я вот тот мечтатель, который лежал. Это незаконченная картина. Я ее уже 3 года рисую, это мечтатель, он лежал на травке, мечтал. Какое небо синее, плывут облака. А я одновременно, я ее рисую, что он лежит у себя на диване, размечтался. И вот мне надо в одной картине все это совместить. И это будет, конечно, шедевр. Друзья, я недавно провел вебинар. Очень классный. Именно тем, что там такая атмосфера, дружеская, человеческая атмосфера. Из разных городов, из разных стран мира. Все выходим туда, и там в Зуме мы общаемся, я показываю новые приемы, и обмен опытом происходит у всех участников. Такие молодцы, я горжусь нашей школой, потому что наша школа – это наше будущее. Да, потому что там новые приемы, там есть, ну прямо я скажу, происходит такая, в кавычках, магия, такое волшебство, в кавычках, потому что там научное чудо, потому что как раз-таки, когда мы подбираем действия, синхронные нашему индивидуальному состоянию, и снимается перенапряжение, и становится легче, и отпустило, и так становится хорошо, и когда мы выходим, я там показываю шкалу стресса, здесь шторм 10, а здесь 0, на эту безмятежность выходим. И я вот сейчас напоминаю, друзья, кто не был на вебинаре, я делаю бесплатные ликбезы. Посмотрите, пожалуйста, кто не видел, последние бесплатные ликбезы, ликвидация безграмотности против стресса. И я очень доволен и очень горжусь тем, что к нам подходят уже очень много туда психологов, врачей, которые уже начинают понимать существо метода ключ. Они начинают понимать, но я хочу заранее предупредить еще раз, что подготовка специалиста по методу ключ идет только после моей беседы короткой. Я не каждого принимаю готовить специалистом. Из 100 человек я принимаю 3, это по моей статистике, потому что я много лет этим занимаюсь, много-много лет, и потому они мне доверяют, потому что за моими плечами стоит сделанное полезное дело. Я много лет учу людей, и по телевидению в свое время много лет, и в книгах своих, смотрите описание под видео, читайте описание под видео обязательно, это я для новичка говорю. Только я готовлю специалистов, которых я вижу, которые выйдут ко мне на WhatsApp, напишут, хочу с вами поговорить, только после записи, после разговора. Я беру на свою подготовку. Это очень редкие люди получаются, которые я, когда разговариваю, вижу, что в нем действительно искра Божья. Да. И он действительно не будет превращать эти приемы в очередную манипуляцию над человеком. Ну, потому что так некоторые делали. Ну, просто эти приемы настолько, ну, в кавычках, чудесные, волшебные, происходит, в кавычках, магия происходит. Как это такими простыми действиями можно вызвать такое прекрасное состояние у человека, который в диком стрессе и неопределенности? Как это может быть такое? Да-да-да, потому что эти приемы все основаны на инстинктивных действиях человека, на бессознательных механизмах работы мозга, которые и так у вас происходят в моменты, когда вы нервничаете, пытаетесь найти ответ на волнующий вопрос, принимать какие-то решения важные для вас, особенно сегодня, когда нужно принять решение, да или нет. Да, это и для того, чтобы в интернете, сопоставляя разную информацию, вы могли лучше понимать, чему доверять, чему нет. Это очень важно для всего, вообще, как жить. Видите, когда я говорю так,
Уверенно, потому что я знаю, что я прав, потому что мои слова проверены и в космосе, и на воде, и под водой, и на земле. И упражнение у нас там чудесное, волшебное, научные достижения. Я так рад, что психологи уже начинают это понимать, да, и советуют своим коллегам, своим пациентам, и бизнес-тренерам, и спортивным психологам, и самым разным людям, да, смотреть наш YouTube-канал, подписываться на него, потому что здесь каждый раз в новых роликах я говорю, что это уникальное. У меня такой характер, ну куда денешься? Я автор, изобретатель, врач, психолог, философ, писатель. Ну да, вот же оно в чем соединилось в одной точке. Междисциплинарные человека. И поэтому я всегда говорю, открывайте свои способности, они у вас огромнейшие. Вы просто даже и не знаете некоторые, что такая аптека внутри вас лежит, потому что там, когда вы решаете какую-то проблему, подключается весь опыт предшествующих поколений, такой конденсатор в нашем мозге. Мозг такое интересное устройство. И у меня есть новая модель работы мозга. И смотрите мои сайты стрессу, их Асай.ру. Да, смотрите, я же все это открыт для вас. Кроме, полностью я не открываю пока никогда никому в эфире. Ключ 2 и ключ 3. Я только частично даю элементы. Ключ 2, их вполне достаточно для того, чтобы вы научились моменты сильного страха, энергию, которая там заключена в этом стрессе, в волнении, в страхе, переводить на достижение своих ранее нерешаемых задач. Да. Я полностью просто не даю, у меня есть на это причины. Да, есть серьезные причины, полностью не даю. Итак, друзья мои, что же я вам скажу? И что мне звонят в последнее время и спрашивают, говорят, слушайте, нам так понравилось то, что вы говорите, главные вещи. Я, говорит, попробовал, или я так попробовала, и действительно, я стала лучше себя чувствовать, гораздо лучше. Я там перенесла ковид, а теперь я выхожу, я перенес ковид, или я перенес стресс, или там у меня дом сгорел, или там что, я был в таком жутком состоянии, а теперь легче стало. Потому что я даю там самое главное, основное. Запомните, пожалуйста, азбуку. Во-первых, новичок, каждый день атмосферное давление записывать, геомагнитную обстановку записывать, температуру записывать и дождь, ветер. Записывать дневничок. И потом вы будете понимать, почему вы плохо спите. Почему вы сегодня уставаемые? Почему вы раздражительные? Почему у вас все из рук валится? Выглянул в окошко. А, оказывается, погода поменялась. Вы будете ориентироваться, и у вас появляется точка определенности. Потому что, когда нет определенности, вы начинаете себя накручивать. Вы же не знаете от чего. А просто сейчас 5-6 дней подряд атмосферное давление должно быть 247, а сейчас 270. Это во-первых. Во-вторых, шея. Я говорю главные вещи, которые я выработал за десятки лет оказания быстрой помощи, когда человеку плохо и так далее. Я же иглотерапевт, я ему ставил точки на шее, на предплечье. Да, я вам показываю, как надо подбить руку, чтобы кисть была свободна, найти больные точки 2-3 раза в день, делать там массажик, пальцевой массажик, да. И еще я показываю волну. Дорогие мои, участники школы, новички, врачи и психологи, волна. Это чудесное упражнение метода. Ключ, запомните, пожалуйста, название «волна». Кроме ключевого дыхания, я показываю волну, когда ты выходишь на состояние, когда ты как волна плещешься, и соединяешь это автоколебание со своим переживанием.
Переживаешь, переживаешь, плещешься, 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 и вдруг ты замечаешь, что по шкале стресса у тебя из 10 из шторма переходит на 0. Безмятежности, и такое состояние, безвремение, такая защищенность внутренняя, комфортность такая. Это мозговой санаторий. Клетки мозга там накапливают запасы питательного вещества, поступает больше кислорода, шея освобождается от зажатости, и вы начинаете чувствовать, что у вас состояние улучшается, и когда вы так делаете в удобное время несколько раз, тогда вам удобно. Да, и делайте это, или шалтай-болтай делайте, и думайте, о чем думается. Вот же уникально. То, что вы переживаете, не боретесь с собой, не прогоняете плохие мысли, опускаете их на самотек, ну, на фоне ключевых приемов и действий. И тогда у вас получается включение внутренней аптеки и повышается иммунитет. Иммунитет! И повышается психологическая устойчивость. Да, и вы перестаете себя накручивать по самому любому поводу. Да, что-то случилось, а вы теперь начинаете спокойнее на все смотреть, и у вас появляется не минус в голове, а плюс, потому что вы из таких эгоистов, когда вам страшно, и думаете только о себе, и болеете только о себе, как быть, все рушится и так далее, вдруг становитесь альтруистами. Вам хочется любить людей, любить друг друга, вам хочется любить жизнь, и появляется надежда. Надежда, вера, любовь, да-да-да, друзья, вот что сегодня крайне необходимо. И чем хуже со стороны, тем лучше у вас становится внутри, потому что у нас есть упражнение «Перезагрузка», а это вы смотрите в ликбезах у меня, бесплатных, смотрите, не ленитесь, не ленитесь, посмотрите. Просто открывайте YouTube-канал «Метод Ключ Хасаэлиева», да, и ищите любое название, там много роликов, но там есть слово в названии каком-то, слово «ликбез», вот его раз – и смотрите, и новые, и старые, и все они полезные. Последние посмотрите. Потрясающие. Да. Я очень рад, что у нас столько друзей и столько людей, оказывается, светлых человеков. До встречи, друзья. Обнимаю вас своим отношением человеческим, обнимаю вас своим пониманием. Я хочу, чтобы вы были здоровы и любили друг друга. И смотрите мой канал, конечно, друзья. И подписывайтесь там, и задавайте вопросы. И до встречи.